have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Всем здорово! Всем здравствуйте! Да, у нас сегодня собралась большая компания. Пойдем мы в Armored Patrol. Будет творить полнейшее безумие, еще потому, что у нас 2 на 2. Кот и Адмирал сегодня в соседней команде. А как же мой ВС? Потому что нас к ним не пустили, но это уже другое дело. Так, что я хочу взять? Я хочу... А как же мой Везерман? Ты вот тот, ты... Чувак, извини, пожалуйста, да, Везерман тоже с нами, привет. Человек с труднопроизносимым именем и, наверное, с трудной судьбой, но я не уверен. Так. Именно. Я бы, наверное, взял бы вот это, что ли, пока что. Вы сюда не выйдете. Погнали. Так, ага, есть. Я могу. Я управляю. Не надо по мне стрелять, блин. Вы не вылезете. Чем я управляю? Ничего. Ты, не ничем, понял. Ты просто сам... Нет, ты пушкой крутишь! Не кручу. Крутишь? Это не я кручу пушкой, это ты крутишь. Она не наводится. Ты стрельнул только что. Мышку наводишь куда-нибудь и стреляешь. Вот так. Вижу. Мимо. Борт тигру пробить. Давай, чувак, гаси их. А! Перезарядка. Да, блин, нас разули просто, погоди. О, спасибо, переверните, давай. Беги. Там Шерман подъехал, все нормально, Firefly. Меня что-то щекочет, погоди. Кто-то вывалился. Не надо. 50-м калибром. Нам Бог приехал, помогите. Так, кто там что про вертолеты говорил? Так, чувак, свали, пожалуйста. Так. Чувак, я хочу себе тоже покататься что-нибудь. Ладно, хватаю Шерман. Блин. Тут Катюша. Ну. Кстати. Вот это мне сейчас в борт накидали. А чё, у меня наводчика нету? А, так, мне вот так сделать? Наводчика-то нет. На какой водчик тебе нужен? На водчик. Ай, кто зашел? Я. Круто. А зачем выходил? Меня? Да ну дайте мне уже какой-нибудь транспорт взять, что вы люди такие. Ну, блин, взяли, позанимали все спаунпоинты. И сидят, и нормальные. Я сейчас хочу присоединиться к синей команде. Сейчас там ББшка, кстати, накидывают. Ого! Что там на грузовике? Я не знаю, это была ошибка, меня заставили. Ну, мне надо пересесть опять за этот самый, за наводчика. Я не могу присоединиться к синей команде. Вот это мне плюха сейчас классная прилетела. Я за арту играю, кого фига? Её взял. Арта, кстати, классная штука, на самом деле. Да, они против БТРов, ну ладно. Я попасть. Нас все еще разносят. О, это по-любому этот висит. F-48 Шерман. Точнее, этот Перчинг. Так. Что, башнёр тебя оторвали? Понял, спасибо. Принял. Хорошо, я валю отсюда. Так, не, надо что-то. Давай вот это. Во. Мне нужен наводчик. А то без конца пересаживаться между тем и тем, просто чтобы выжить. Лови аптечку. Мимо. Кто мне уже зад танка пробил? Так, все лезут и лезут эти БТРы. Это ты на вертолете? Да. Человек контролирует территорию. Так, не надо мне тут брачный сезон БТРов устраивать, лезет оно. Мне бы понять местную баллистику и... Нет, чувак, резко развалится. Так, а как оно перелетело? Как? Ну вот я говорю про местную баллистику. Было бы видно еще трассер, вот вообще прекрасно было бы. А вы потихоньку прорываетесь. Я так понял, слишком далеко, чтобы попасть по нашему Перчингу. Про попасть по нему ты забудь. Давай других мочить.
Я вертолет избивал, забей чел. У меня у меня уже колесо накрылось. Стой. Я на трехколесном велосипеде. Ты во мне. Ой, его сбили. Кто это был? Я вообще не понял. Чем ты это сказал? Покажи мне свое лицо. Тут все трехколесные, нормально. Меня, по-моему, сейчас накроют. Почему у меня не стреляет? Видимо, у вейнов не хватает. Нет, ладно, не едем разрушай, дальше. Иди, о, а что если... М48 был развален. Да ну, нафиг. Ага, понятно. А чё у меня... Кот, давай ты на пушку, а я... Сюда ходи. Блин, меня это убьет? Может. Я не могу, у меня мой танк, ну не танк, БТРчик, забрало. О, по вертолету. Он уже горит. О, есть, я отцепился. Ну, почти. Есть еще одно попадание. Сейчас, погодите. Вы там сейчас войну без меня выиграете, я это понимаю, да, но... Вот нас улетает кусок вертолета. Я выстрелил, и у меня танк флипануло просто. Ну, хорошо, не танк, я понимаю, мне сейчас в комментах там опять забомбят, мне уже писали, типа, ну что это такое, ездишь на БТРе, это не танк, ты называешь его танк? Нет, я понимаю, ребят, что это ни разу не танк. Стой. Все, разворачивай пушку. О, я последние колеса, по-моему, оторвал. Так, а я не могу... О, я превратил чувака в велосипед. Я не могу... Вот, давай. Спасают друга нас своего. А как? Нам надо ее включить. Сейчас его добьюсь. Вот, да. Ну, горит. О, теперь можно. Ну все, уезжай лучше. А, все, отстреливай. И сейчас прилетит поддержка с воздуха. Вот это плюха мне сейчас в борт прилетела, конечно. Ай-я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 й, я пошел отсюда, спасибо. Да уйди! Еще... Блин, видели бы вы, на чем я сейчас езжу? Как в том анекдоте, когда ковбой заходит в бар и говорит, смотрите, во что я только что чуть не вступил, ну ладно. Я чего почти все колеса отстрелил? Сейчас ты умрешь, а не я. Обычно это известные последние слова. Для кого из? Ну, как бы да, вы поняли. Вот это меня сейчас в две БМПшки разорвут, походу. Так, ну одна из них... Одна из них больше не катается. А вот вторая все еще на ходу. Мне лобовую проекцию уже раздраконили. Рай. Блин. Я тупо подошел к вертолету впритык. На меня выскочил пилот и начал по мне стрелять. Да, это я. Это был я. А, понял. Что там сверху помогал, да? Ой, только по мне кто-то очень сильно стреляет. Шлем. О, поехали. 25-миллиметровка там не подойдет, пожалуй. Туша длинная, но в принципе ничего. Так, вперед. Все. Война в Вьетнаме. А че? Я вас. Мне нравится то, что здесь снаряд после Что снаряд? Снаряд после определенного расстояния просто становится вафелькой белой и падает вообще без урона. О, вижу кота. Нас били. Я могу это починить? Сзади. Извини. Что это да? Летит двухмоторный вертолет, я его просто в кабину выстрел. Кот, бери БТР. Ай-яй-яй-яй-яй, чё вы такие агрессивные? Я ж по вам всего лишь стреляю, чё вы тоже стреляете-то? Хе-хе. О, смотрите, это же кот. Хорошо. Перезарядки не успеваешь. Най!
Иди ко мне, иди ко мне. Это моё. Я поехал отсюда. Так, бетер положи. Я им бетер отдал. Бетер положи. Нет. Я тебя убил. Вижу, вижу. Ну вы... Yes! Да. Да, ладно. Так, плеер, давай. Это что, бадание на хочу... тапках? Бадание на тапках, может быть, кстати. Я тебя сейчас... Блин, что-то слишком много БМПшек на одного у меня. А, поэтому я сейчас возьму кое-что другое. У меня есть свой секретный способ убивания. Откисай. Секретный способ у него. Чем громче говоришь, тем не быстрее понял. Улетаешь. Там... Было вообще-то по-другому, чем больше шкаф, тем громче падает, ну ладно. Так где этот танк? Бум! Сейчас пройдет примерно 35 дней, пока я доберусь до вас, и вот тогда будет весело. Может быть, наверное. Если. В смысле, чем что там стреляешь на. Броник использовать, подожди. Что у меня... А, нет, появился вроде. А, подожди, не то. Так, хорошо. Я, пожалуй, накоплю на переход на новый ранг. Чё вы тут понастроили? Так, а как перейти на новый ранг, можете сказать? В магазин заходишь и там покупаешь второй ранг. Ага, спасибо. Можно еще и третий купить. А, мне уже четвертый раз надо покупать. Так, ну тут какой-то мужик стреляет из базуки, мне так неинтересно. Кто? Как? Кто залезает, блин, там на машину. Это противовертолетная пушка, я тебя... А как ты... Я прилетела. Так, сейчас буду гранатами закидывать. Не надо. Надо. Другого варианта у меня. Давайте нет. Уничтожим першинг. Вот уже. Тебя, я пока переключился. Та что ты? Откуда у тебя королевский тигр? С базы, с третьего ранга. Ладно. Это еще можно починить, да? Это еще можно починить. Кот, ты свои. Если у этого осталось хотя бы одно колесо, на этом еще можно ездить. Сейчас исправим. Да как ты промазал-то? Ой-ой, у меня же впереди брони вообще не осталось. Потому что не купил пакет починки. Как мне чинить? Я купил вот, у меня пакет починки, я не умею чинить. Нажми на починку. Ничего тут не показано, что это за... Вот, ты знаешь, что если ты пытаешься что-то починить, и оно не чинится, то ну, не для тебя это нет, работает. Значит, ты используешь мало изоленты, все же это знают. Да. О, смотри, нам помогает наш этот дорогой друг. Так, минус еще. Расфигачили лобовую броню и убили меня, нормально. Не, я заранее предупреждал, что я не умею, но как бы ладно. Так, где оно было... Чё оно, как оно? Это нереалистичный симулятор, здесь надо подставлять борт. А кто тебе что говорил про реалистичность? Погоди, ты куда попал? Куда я не пропал, ничего нет. Нет, не пропал, а куда ты попал, ты думал? Я бетер перевернул, он из-за этого промахнулся нехило так. Так, оторвать еще одно переднее колесо. Прямо на моих глазах у тебя такие жизни. Я бетер добиваю, тупо. Ой, весело! Я а, ребята, а кто-то задачей занимается? Там захват точки, все дела вообще-то тут нет? Зачем? Ну, зачем сам ты? С глупостью ты говоришь. Добиваем. О, ящички. Чтоб ты понимал, мы раздраконили бетер, короче, еще вывалился из него, построил себе землянку и сидит там теперь. Это выводы? Да, вижу. О, я выломал камень. Так он тебе сейчас... Опять... Это не тебе, это... Это не мне. Он умер. Ну, я попал...
Понимаю. Ну, короче, его оттуда не достанешь, походу. Эх, тыш, кочерыжка. Стой. Помогаю. Ха-ха. Так, ну-ка. Минус два колеса. А, он с базуки стреляет, ты прикинь? Да. Мне сорвали тагун башни. Меня сорвали целиком. Так ты выше-то стреляешь, чем нужно? Не хватает. Ладно. Ставим тогда ранг. Тут Тесла траки эти. Так, ладно, все, я понял, я пошел, хорошо. Вау! Куда я улетел? Поздравьте меня с приобретением М60 Паттон. Поздравляю. Я сейчас, если до базы доберусь. Нет, я не доберусь, меня разули полностью. Дальности не хватило. О, с горки, давай, катись с горки. Честно, у тебя там весело. Да, блин, налетело. Прикинь, даже не ты меня убил. Даже не ты. Стой, нет, не уходи, тварь, не... Ну, Першин, что с проекцией лобовой? Зачем? Чтобы ты понимал, я стреляю от адмирала в лобовую проекцию. Погодите, просто весь танк. Погодите, CH-47 это с ракетами или без ракет? Не знаю. А, это с ракетами. Я адмиралу весь лоб проснес с одним выстрелом. Так, кстати. Сигма, стой. Так, погодите. EQ. Я лечу. Иди сюда, иди. А БТР может стрелять ведь по технике? У него какие-то... Ну, теоретически, да. Смотрите, мой Паттон очень долго жил. Как бы вы там все далеко собрались. Мне к вам ехать надо. Долго. Но мой друг, он тоже БМПшку решил взять. Ты серьезно, ты на вертолете решил вылететь? Я? А, хорошо попал. Так, давай выше. Так, ну все, спасибо. Теперь мы знаем, в кого стрелять. Тебя? Да, пожалуйста. Я думаю, по вертолету мы так все стреляют. Такое ощущение, что даже союзники. Патроны закончились. Блин, зачем я нажимаю Shift? Это же, ну, это нелогично. Но, знаешь, мышечная память, она такая говорит, чувак, надо быстро убираться отсюда, быстро, Shift нажимай, и будет быстро. Оставляю корму самое... Самая толстая часть в танке здесь это корма. Как есть челики в War Thunder, которые задом на ИСе втором гоняют. Чтобы снаряды застревали в МТО. Так и я здесь тоже задом буду гонять. Кто мне опять в корму накидывает? Это вы? Ага! Вот как без колес. Так, ладно, у меня все закончилось. Стой, лети! Вверх! Вверх лети, а не вниз, ты чё? Куда катитесь, парни? Скатился. Вот это мне, конечно, за ракетный залп неплохой зашел. Я тупо еду в башню, на стреливых переворачивает. Першин, хавай гранату. Парни, я не эксперт, но без башни у вас стрелять не получится. Это безбашенные ребята. Я не могу гранату кинуть, у меня все закончилось, я буду сражаться. Грызи броню. Иди сюда. Перегрызи провода. Не будь трусом. Так, а что я хочу? Я могу, чё, кстати, уехал, на вот этом поехать. О, а вот это выглядит неплохо, кстати. Ко мне приехал мстить Першин, лови в лоб. Так. Пожалуйста, уберите свою автопушку от меня. Неудобно? Неудобно, кстати, вообще целиться. Так, зона Чарли, кстати, можно поехать туда. Я теперь в синей команде.
Чё ты радуешься? Мы я сейчас сольём. Ёрз. Уху, я в синей команде. В красной команде нуб. Если чё, посмотрите. Круто. Чувак, по крайней мере, не стесняется. Вот мы нубы, но мы же себя по-другому называем, а он просто нуб. У тебя еще пушка не отвалив, ха. У меня та же. Я тоже безбашенный. Ребят, в общем-то, давайте вы это, короче. Я беру огромный вертолет. Богатство речи, 80 уровень. Да. У меня есть идея. Так, а я тоже известные последние слова. Да, особенно от меня. О, да. Так, значит, пушка мне не нужна. Я вот что подумал, что Чарли вам в принципе не нужен, я его заберу тогда, ладно? Да уходи, пушка. О, нет, о, да. Ладно. Уай, башни больше нет. Стрелять-то тоже больше нечем. Толпу гасят даже льва. Ладно. Мораль сей басни такова. Так. Где мой Паттон? Мне он нравится очень. Так, Чарли я забрал, я пошел на Браво. Тебя выкинуть, тварь. Уйди. О, нет. О, да. Я взял Чинук. О, маленький мальчик пошел в пулемет. Кто-то есть? Сейчас я в него буду сосно выстрелить. Ой, меня выстрел. Прикольно. Оп, посмел. Мне что, показалось или там люди? Погоди. Выкинь. Можете сказать, как пушку из Чинука выкинуть ее? Как мне пушку выкинуть? Красные победили. Ну, кто бы сомневался. Я тут поехал захватывать. И... Угу. О, в принципе, символично. Как мне выкинуть пушку из вертолета? Никак. Я там можно. О, красиво! Помогите! Блин, этой штукой можно ваншотнуть вертолет? Согласен. Это было красиво, мне понравилось. Чего ты выстрелил? Вроде бы да. Вот этот без крыши САУ. Ладно, ребяшки, тогда на этой громогласной ноте будем заканчивать. Я вам говорил, что Першин выиграет, даже находясь один в команде, это человек армия, поэтому. Я его застрелил, ничего не знаю. Я тоже разочек убил, ну и он меня пару раз убил. На этом. Блин, ты чё, на чеченской свадьбе хватит? Ладно. Так. Блин. Аллилуйя. Да, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ланшек. И всем пока. Пока. До свидания.